Девчонки и мальчишки, это очень вкусно и стоит попробовать. К муке добавляем разрыхлитель, соду, просеиваем. Добавляем немного соли, пару щепоток хватит. Сахар и ванильный сахар. Взбалтываем яйца и добавляем к смеси мучной. Добавляем растительного масла и перемешиваем все просто лопаточкой до однородной массы. Отдельно завариваем какао кипятком и добавляем эту смесь к нашей мучной. Перемешиваем до однородной массы. Выливаем тесто в любую форму и отправляем в духовку, заранее разогретую до 180 градусов примерно на 15 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Корж готов и немного остыл. Крошим его вот таким вот образом, либо нарезаем. Готовим крем. Для крема нам понадобятся сливки, творожный сыр и сахарная пудра. Взбиваем все до устойчивых пиков. Сначала на малых оборотах, а потом усиливаем. Крем готов. Собираем наши вкусняшки. Берем любые формочки, стаканы, чашечки, косушки. Первым слоем идет бисквит. Далее какую-нибудь пропитку. У меня клубничная. Крем. Любые ягоды и фрукты, которые вы любите, можно вообще не добавлять. Далее опять идет бисквит, снова пропитка, снова крем. Отправляем трайфл в холодильник и готовим шоколадную глазурь. Я разогрела сливки и добавила туда шоколад. Как только шоколад растает, глазурь готова. Поливаем трайфлы глазурью и снова отправляем в холодильник. Перед тем, как отправить в холодильник, распредели глазурь. Как только глазурь застынет, можно украшать. Я украсила клубникой и киви. Это очень вкусно, и тебе следует это попробовать.